Привет, мои дорогие подписчики, те, кто в первый раз у меня на канале, вас всех очень рады видеть. Меня зовут Лена, и сегодня у меня на канале вы сможете увидеть небольшие милашества, которые я сотворила, вышивая свой уже любимый процесс, который называется «Маяк на рассвете» от фирмы Dimension. Сразу хочу пригласить еще раз в СП, который стартовал недавно, который я организовала. СП называется «Мой любимый маяк» от Зеленской Handmade. Если вы вышиваете маячок или заканчиваете вышивать, или только хотите начать вышивать маячок, присоединяйтесь, пишите комментарии или пишите мне сообщение ВКонтакте. Будем вышивать все вместе, потому что все-таки вместе вышивать значительно веселее. А сегодня, я совсем же недавно показывала вам второй отчет своего, о своем маячке, но когда я показывала, когда я снимала это видео, я, собственно говоря, еще не сделала эту красоту, я сделала немножечко позже, и сейчас, но мне бы очень хотелось показать, какие маленькие, ой, ну невероятно милые такие милашества я вышила на своем маячке. Ну, камера у меня вроде как нормально приближает. Вот. Но вот вы посмотрите. Я хочу сразу сказать, я сделала бэкстич. Здесь вот как бы камни, по-моему, какие-то камни, всю какую-то коричневую. Бэкстич здесь было делать, ну, как бы не очень приятно. Но, тем не менее, я сделала. Получилось вроде довольно-таки хорошо. Но что ж, самое главное мне понравилось, что мне пришлось сделать. Посмотрите. Посмотрите, какие вот они замечательные. Вот они маленькие, маленькие французские узелочки желтенького цвета. И вот здесь вот сверху они какого-то такого светло-фиолетового, или как-то вот, я не знаю, как это, фиалковый, наверное, фиалковый цвет. Они замечательные, они просто великолепные, мне так они нравятся. Кстати, те, кто подписан, еще раз хочу сказать, я говорила, не помню или нет, те, кто подписан на Инстаграм, те уже видели мои милашества, которые появились на моем процессе, появились рядом почти что с маячком. Очень они мне нравятся, очень-очень. Они красивенькие, такие маленькие, такие хорошенькие. Посмотрите. Кстати, могу сказать, я немножко, по-моему, не так делаю, как надо делать французские узелки. Я потом покажу, как я их делаю. Я, если честно, пробовала когда-то начинать, пробовала делать французские узелки, но они мне не получились. И где-то я, по-моему, в интернете, то ли я на форуме, то ли я на ютубе посмотрела, как вот девчонки делали французские узелки, и я стала делать так. Ну, может, не совсем французские, конечно, узелки, но получаются они очень замечательно. Посмотрите, какие они милые. Просто вообще замечательно. Но я, собственно говоря, хотела вот вам именно вот эту вот мелочь показать. Пускай это, конечно, будет маленькое видео, но они очень красивые. Они действительно такие... Такие они хорошенькие. Такая вот работа получается вообще замечательно. Что вот я вышивала маяк, как он называется, живописный, да, маяк? Забыла. Вот, там тоже цветочки, там тоже было очень много французских узелков. Очень красиво, очень мне нравится. Мне хотелось бы вам это показать, может еще приблизить, если сфокусируется. Угу. И, кстати, я хочу отметить, все они у меня... по размерам какие-то разные получились. Ну, это же как бы маленькие такие цветочки, какие-то малюсенькие такие соцветия, наверное, не должно быть так, чтобы они были одинакового размера. Ну, так вот, я, собственно говоря, показала все, что вам хотелось. Очень хотелось мне это вам показать. Я вам это показала. Надеюсь, они вам тоже понравились. Они очаровательные, миленькие, очень красивые. Мне кажется, то, что именно производитель Dimensions вот разработал схему таким образом, я не знаю, обеспечил, так сказать, этой работе вообще такую красоту, потому что когда она будет вышита, и когда будет уже такая вот красота, где эти будут маленькие французские узелочки, работа получается настолько красивая, ну, как, собственно, вот мой второй маяк, который у меня уже вышит, очень красиво. Ну, вот такие вот маленькие хвостушки у меня есть, мои маленькие милашества, которые я вышила. Ну, мы с вами уже увидимся, когда будет милашеств много, и когда я вышью уже побольше. А вам, мои дорогие, большое спасибо, то, что были у меня на канале, посмотрели это малюсенькое такое видео. Я надеюсь, они вам понравились. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакт, в группу ВКонтакте. Можно также в Одноклассники. И обязательно подписывайтесь в Инстаграм, потому что там всегда все самое-самое-самое свеженькое и интересненькое. Еще раз большое спасибо вам, мои дорогие. С вами увидимся уже в других моих видео. Всем хорошего настроения, всем пока-пока!